Привет, друзья, ставим лайк и поехали. Случилась эта забавная для меня история в начале осени. Поехали мы как-то к тёще на дачу собирать помидоры. Ну, собирали, да и утомились. Пошли, сели в беседке пообедать да выпить. Мы люди взрослые и простые, после тяжелого дня нужно ведь как-то сил набираться. Ну, я так думаю, может у других как-то по-другому. Но у нас так, поработал, следует отдохнуть. Ну так в общем, присели мы, значит, за стол, по тарелочкам разложили еще теплые картошечки вареные с грибами, салатики там из овощей и рыбки жареной. Одним словом, хорошая себе закусочка. Ну и, конечно, достали литр самогонки на четверых. Теща, тесть и супруга моя Людмила. Выпили немного, закусили, ну и стали думать, на что помидоры собранные пустить. Я вообще за томатный сок. Но теща с женой решили на морс отправить, да так замариновать еще баночку вторую. Тещу дурное дело переубеждать в чем-то, ну мою так точно. В общем, разомлели мы на солнышке немного. Я с тестем пошел на перекур, а жена вышла на осеннее солнышко с тещей и разложилась на лавках. Так сказать, вздремнуть после работы. Погода еще теплая была, самое оно, бабье лето. На огород в момент слетелось штук 20 ворон червяков пожевать. И вот одной, видимо, показалось мало. Пошла искать еще приключений. И эта ворона потихоньку в развалочку прям так начала приближаться к спящей теще. Мы сидим с тестем, курим и молча наблюдаем. Ворона посмотрела в нашу сторону. Вот, мол, смотрите, что сейчас будет. А сама все ближе и ближе подкрадывается к теще. Подлетела и села ей на сапог. И тихонечко так подходит к лицу. В этот момент теща открывает глаза и вдруг видит перед собой носатую ворону. Не успела та рот открыть от удивления, как моя самая в тот момент любимая птица на свете тюк ее в лоб разочек и мигом улетела. Теща, разумеется, в крик, жена Людмила вообще не поняла, в чем дело, да и заорала вместе с матерью. Тесть от хохота и радости уже красный стал, еле живот не надорвал себе. Так что, что уж тут греха таить, да и я от счастья прям сиял. С тех пор, как вижу на улице ворону, всегда настроение поднимается. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.